Марии Гордеевой 13 лет. Она представляет московскую школу ЦСКА и группу Сергея Давыдова и Александры Кравцовой. Ну и, как несложно догадаться, Людовика Эйнауди мы сегодня уже слышали и послушаем еще и еще. Я вот поделюсь с вами своими эмоциями. Вот когда звучит произведение уже в самом названии, которого имеется «Весеннее настроение», очень хочется, чтобы это весеннее настроение заразило не только спортсменов и тренеров, не только участников, не только зрителей, но и всех-всех-всех. Да, я понимаю, что пока у нас на дворе такая осень, которая с каждым новым днем становится все позднее и все темнее, но все-таки весенний настрой — это очень большое дело в плане общего отношения к происходящему, к тому, что есть в спорте, к тому, что есть в жизни и к тому, чтобы пережить все невзгоды. Ну а с невзгодами сегодня у Марии Гордеевой полный порядок, потому что их практически нет, потому что уверенным получилось это выступление, хотя вот конкретно каскад был, наверное, из прыжковых элементов исполнен не самым лучшим образом, но слабее, чем Ридбергер и Аксель. Пришлось, что называется, Маше побороться и за Луц, и за Тулуп. И вот сейчас я вижу, что арбитры, точнее, члены технической бригады, очень тщательно посмотрев, все-таки выискивают недокрут на тройном тулупе, а также прилетает вот эта импортная буковка Q на приземлении с тройного Луца. И вот только сейчас мы видим, что очень открыто улыбается Мария Гордеева после своего проката. И скоро узнаем, сумеет ли она составить конкуренцию лидерам. Пока на лидирующей позиции Любовь Рубцова с результатом под 70, под 65 Лидия Плескачева на второй строчке, и 62 балла с лишним имеют еще две спортсменки — Алиса Юрова и Милана Лебедева.
Да, у Марии Гордеевой 61,24 балла. Это пятый пока результат. Она практически вплотную приближается к Милане Лебедевой.